Официальные документы из рязанских архивов, фотографии и личные вещи – все это можно увидеть в холле библиотеки. Воспоминаниям о легендарной градоначальнице праздничные дни открылись не случайно. По сей день Надежду Николаевну называют самым эффективным в истории города мэром. И подчеркнул значимость ее вклада в развитие Рязани нынешний глава города. И проезжая сейчас по городу, весь город именно пронизан ее любовью к нашему любимому городу. И мы с вами должны быть теми последователями, которые сделают наш город еще лучше, еще краше. Потому что она своим трудом, не жалея ни сил, ни времени, отдавала полностью всю себя нашему любимому городу. Чумакова внесла неоценимый вклад в решение многих социально-экономических проблем, в реализацию программ развития Рязани и районов области, в становление Рязани как крупного промышленного и культурного центра. За почти 20 лет работы Чумаковой на посту председателя горисполкома введено в строй 5 миллионов квадратных метров жилья, более 250 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Построены десятки школ, несколько больниц, центральный спортивный комплекс, здание Рязанского областного театра «Кукол», цирк, автовокзал, почтамт на улице Почтовой, музыкальное училище, кинотеатры АК, Москва, Октябрь и многие другие объекты социального и культурного назначения. Главным достижением Чумаковой по сей день считают мост через Аку. То, что мы работали рядом с этой великой женщиной, вы знаете, это не приукрашение, она действительно великая женщина. Вот сейчас, спустя, когда ее нет, мы все убеждаемся, я этот разговор слышу даже в троллейбусе, эх, нет на вас Надежды Николаевны Чумаковой, когда вот видят люди грязь и так далее. Помимо экспозиции, которая теперь будет постоянно действовать в холле библиотеки, рядом со зданием библиотеки появился новый арт-объект – литературная скамья. Библиотечное пространство тоже обновлено к празднику. И все это стало одним из череды подарков городу на 921 день рождения. Мы сегодня радуемся. Радуемся открытию экспозиции. Радуемся людям, которые откликнулись на наш призыв о помощи для того, чтобы эта экспозиция состоялась. Мы благодарны Игорю Ивановичу Кирееву и его группе художников, которые смогли услышать нас и сделали экспозицию, которая будет всегда интересна, будь то дети, будь то взрослые люди, потому что экспозиции нам помогали родственники. Огромное спасибо родственникам Надежды Николаевны Чумаковой, которые поделились с нами личными вещами. Празднование Дня города только начинается, но и выставка, и скамья будут напоминать о любви жителей к родному городу постоянно.